В школе номер 35 отказали в зачислении в первый класс 30 детей. Набрали 3 класса, мест больше нет. В управлении сказали, будут искать места в других школах. Почему не набрать 4 класс? Родители напуганы. Муж на учете в урологическом центре. Пошел на прием, сдал один анализ, потом сделали платный анализ. Назначили МРТ, цена 5000 рублей, а у него пенсия 10 тысяч рублей. Есть ли бесплатные услуги для пенсионеров? Детская поликлиника в Сыпловке. Не хватает педиатров. Невозможно попасть на прием. Только пришел молодой педиатр на участок в Рождественский, но уже собирается уходить. Колоссальная нагрузка. Бубнова 76. Напротив музея Бубнова 2 года назад спиливали деревья. Груда спиленных веток лежит до сих пор. К4. Был запах газа, вызвали аварийную. Они посмеялись, сказали, что пахнет алкоголем. На следующий день запах стал сильнее. Приехала другая бригада, обнаружили утечку, устранили. Получается, что газ шел минимум сутки. Супруга на пенсии. С 1977 года лечит детей. Сейчас работает участковым терапевтом в поликлинике номер 13. Трудовой стаж более 40 лет, но звание ветеран труда Ивановской области не заслужила. Нет грамоты от губернатора или администрации региона. Автобус номер 121. На заднем сиденье стоит то ли тосол, то ли тормозная жидкость. Обслуживание хорошее, но запах по всему салону. Минская 90. Был спор о строительстве магазина «Пятерочка» вместо «Аптеки». Суд администрации проиграл. Магазин так и работает. Ни в одной нет медицинских масок, а в Вите и здоровье цена поднялась в 6 раз. Шарыков выступает по ТВ, говорит, что есть новая техника и все хорошо убирается. На деле же по площади Пушкина ходим и месим грязь со снегом. Налаживать надо работу по уборке города, а не говорить зря. Кудряшова 106. Рядом с лесом стояли контейнеры. Теперь один убрали, и люди весь мусор тащат в лес. Превратили там все в помойку.